Добрый день, дорогие единомышленники! Сегодня последнее четвертое видео из данной серии. В моих предыдущих видео вы найдете информацию о выборе материалов и поиске композиции. Я пишу жидким углем, его легко контролировать на поверхности бумаги. Вот сейчас я мастихином раскладываю пятна по листу, добавляю немного кистью и снова формирую пятна. Мою кисть, отжимаю и выбираю до бела светлые части. Важно отметить, что разные водорастворимые материалы по-разному взаимодействуют с бумагой. Вот жидкий уголь, он выбирается до бела. Гуашь может входить в первый слой бумаги, таким образом оставлять немного фактуру, цвет. В общем-то, вы сейчас работаете вместе со мной над композицией. А уже потом все, что вы будете видеть, что у вас недостаточно светлое, вы можете любым светлым материалом или гуашью, или сухой пастелью, чем угодно пройтись там. Ну, таким образом я формирую пятна, разделяю светлое и темное. Под видео есть ссылка на фотореференс. Открывайте, пишите. Не смотрите на то, как я накладываю пятна. Это совершенно индивидуально. Ваше направление кисти, ваш характер – это и есть ваша работа. Пока бежит видео, я вам кое-что хочу сказать. Меня спрашивают о мастер-классах. Могу ли я провести мастер-класс? Я считаю, что это очень ответственно, потому что получается, что вот по моим ощущениям, что ученик открывает рот, а учитель за него все говорит. Например, мы размешиваем краску. Эту краску мы соединяем с этой, получается у нас это. То есть какая-то такая простая арифметика, а живопись мне представляется более свободным материалом. Я бы с большим удовольствием научилась новому объяснять так, чтобы мне было самой интересно и в то же время вам понятно. Если есть такой компромисс, и вы знаете имена или у вас есть ссылки на мастер-классы в моем телеграме, можно их разместить. Итак, моя тоновая прописка первая полностью высохла. Сейчас я беру цвет, гуашь и прописываю все, что запланировала делать цветным. Наверняка вы обращали внимание, что я часто поправляю пальцем, когда пишу. Это я снимаю какой-то лишний слой краски или размазываю, где мне это удобно. Подхожу к заключительным аккордам в этой работе. Блики бежевые на столе. На данной работе сегодня все. Планирую продолжить тему графики, показать вам свои работы, рассказать о них. Ну что ж, до новой встречи, до свидания, оставляйте комментарии, непременно ставьте лайк. До свидания.